Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале «Своими руками». Сегодня мы поговорим о том, как садить георгины. Вот здесь в горшках мы видим новые сорта. Они были посажены очень рано. Выросли уже большими. Но это такие сорта, что можно их оставить и в горшках. Они будут прекрасно расти и цвести. А также можно будет высадить в дальнейшем в землю. Угроза заморозков еще не миновала. Поэтому они пока сидят вот под таким пленочным укрытием. Здесь им тепло и комфортно. Их можно закрыть, если холодно. И также можно их приоткрыть, если вот такая теплая погода, как сейчас. Ну а здесь мы видим сорта георгинов высокие. Еще тоже очень холодно, угроза заморозков не миновала, поэтому они были выращены пораньше, дома, в горшках. И сейчас уже мы видим, что они высажены в землю. Обратите внимание, они немножечко повяли от солнца. Поэтому они только еще пока приживаются. Здесь тоже сделан такой каркас, который также может укрываться пленкой. И в солнечную погоду мы их можем открыть. Ну, когда станет тепло, и они наберут силу, будет все цвести и нас радовать. Итак, мы видим, что солнце воздействует на георгину очень сильно. Они у нас немного повяли, поэтому мы решили их притянить. Сверху положили покрывало. Эти георгины хранились в подполье. Посмотрите, какие они крепкие. На каждом есть надпись. Вот это, например, розовые цветы. Это тоже розовые. Это красные. Ну, я думаю, что они за зиму очень хорошо сохранились. Картошки крепкие. Поэтому вот в настоящее время их можно уже садить. На некоторых есть даже ростки. Обратите внимание. Вот на этих какие крепкие росточки. Одна приятность. Кто не садил георгины, тем я советую обязательно их посадить. Потому что это прекрасные цветы. Очень пышные, красивые. Они растут большими. И очень хорошо подходят для посадки, если нужно закрыть какое-то место от глаза. Не обязательно выращивать георгины в горшках. В основном всегда их садят в землю. Ну, желательно к 9 мая. Мы живем, конечно, в Сибири, поэтому раньше не посадить. Земля еще холодная, а после 9 мая можно уже высаживать эти георгины. Для посадки в лунку нужно, конечно, положить 2 горсточки золы и чернозем. И они у вас будут прекрасно цвести. Конечно же, не забыть, нужно хорошенечко пролить водой. Чтобы крупнее были цветы, нужно их разделить. Тогда они у вас будут крупными, пышными и красивыми. Ну а здесь георгины были посажены рано в горшки, потому что хотелось, чтобы они зацвели. Я желаю вам всем удачи. Радовала, чтобы у вас огород, сад. Всего хорошего. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что просмотрели.